Доброе утро, мои подписчики и гости моего канала. Вот такой нежный цветочек, видите? Вот так она растет. Называется гвоздика маточная. Она сейчас только-только начинает расцветать, цвести. Ой. Я ее собираю каждый год. Видите, как она выглядит? Гвоздика маточная. Это нежный цветок, абсолютно женское растение. Она лечит только лишь репродуктивную женскую систему. То бишь яичники, матку, трубы и бесплодие на первом месте. В интернете можно ее заказать. Она встречается редко, но встречается. Растет она в горах, на такой камистой, ну, то есть, где камни, вот такие вот склоны гор растет. Сейчас она только-только появляется. Вот такой вот нежный цветок вылечивает бесплодие. Ну, тут надо еще разобраться, от чего это бесплодие. Но, в принципе, если это происходит от заболевания, а не от других вещей, то если попить полгода, гвоздику вылечивает бесплодие. Так что собирайте, читайте, интересуйтесь, заказывайте. Я вам показываю, как она выглядит. Я ее собираю каждый год. Обязательно она у меня всегда есть. Много ее не соберешь, потому что ее мало встречается. Это тяжкая, тяжелый труд. Я лажу через колючки, через камни по склонам гор, поэтому находите в интернете и заказывайте, ну, кому надо. А вообще она нормализует обмен веществ, гормональные всякие сбои, также влияет на слизистые оболочки, на бронхиальную и легочную систему. То есть это уже второстепенные способы применения гвоздики маточной. Всем хорошего дня, пчелка Сила. Берегите себя и близких. Будьте здоровы. Пока-пока.